В Одессе появятся новые спорткомплексы и детские площадки. Причем городской бюджет не потратит на это ни копейки. Средства выделены в рамках государственной субвенции. Об этом стало известно в ходе аппаратного совещания горсовета. Также чиновники коснулись вопросов медицины и уличного освещения в городе. Все подробности далее. В этом году на ремонт сетей наружного освещения Одессы выделено более 31 миллиона гривен. За этот и предыдущий год коммунальщики обновили фактически четверть фонарей и других объектов освещения. 15, сколько объектов? 60 объектов. 16 год? В 16-м 210. За вот эти 5 лет, ну, фактически за последние 2 года, мы обновили порядка 28% освещения города. 28% за 2 года? Фактически да, потому что предыдущие там незначительные. В ходе аппаратного совещания горсовета стало известно, что в городскую казну уже поступили почти 14 миллионов гривен государственной субвенции на строительство детских площадок и спортивных комплексов. Всего городской бюджет получит 24 миллиона гривен на эти нужды. Задача муниципальной власти – грамотно и в полном объеме освоить эти средства, чтобы они обратно не ушли в Киев. От проектных организаций ждем сметы, эскизники, и в среду заходим в экспертизу. С подрядными организациями, имеющими опыт работы на таких... Заходим в экспертизу? Да. Сколько экспертизу? Неделя. Мы провели переговоры, обещают, что за неделю выдадут экспертизу. С подрядными организациями, которые имеют опыт работы по строительству стадиона, проведены переговоры. После проведения тендер-процедуры они готовы приступить сразу же. На финальную стадию вышло обследование здания больницы скорой помощи, возведенной на территории городской клинической больницы номер 10. По его итогам будет оформлена соответствующая документация, в частности, акт приема-передачи объекта в муниципальную собственность. Чиновники обещают, что до конца недели они завершат обследование здания. Константин Гречан и Владимир Ивжич, телеканал «Репортер».